Всем привет, друзья. Очередная посылка из Китая. Вскрываем. Так, посылка, посылки, посылка. Почему-то Китай сделал вот так. То есть он одну посылку и вторую как-то вот так он сделал. Ну, хотя понятно, почему он так сделал. У нас, друзья мои, SATA 1,5. Почему-то он какой-то теплый внутри. Реально теплее, чем все окружающее. Может быть, батарейки там. Ух ты. Странно, но он реально теплый. Очень интересно, что он сам по себе теплый. Друзья, 1 терабайт. Ну, 1 терабайт теплого SATA. Ну, и это, естественно, CCD. Вот такая вот фирма. Ну, скорость тут стандартная. Как бы тестировалось все уже. Ну и 4 болтика в комплекте. Поставлю, досниму видео. Ну а вторая посылка то же самое. Это я заказывал вот на этот ноутбук. Здесь, к сожалению, стоял на 320, но он сломался. Я его вытащил. Здесь был стоял обычный HDD-шник. Ну, как бы он совсем там умер вообще, ну то есть даже и винда стала ошибку давать, что он мертвяк полный, пришлось там через F1 заходить. Ну, в общем-то, здесь 360, тот был на 320, ну я думаю, что все будет хорошо. Вот его-то я вам сейчас и продемонстрирую, в первую очередь, потом на ТЭР продемонстрирую. Цены у китайцев хорошие. Проходите, ссылка в описании, смотрите. Так, ставим его. Значит, что мы делаем? Берем крышку, вставляем SATA, закручиваем винтиками. То есть вот так, друзья, винтики прикрутились. Тут. Ну, теперь вставляем, значит, вот эта штука, чтобы вытаскивать. У каждого оно там по-своему, понятно. Вставляем. Чуть-чуть перекрутил, вот сюда их сверху накрутил. Болты. Ну, не суть. Значит, и задвигаем. Раз, все, он встал. Значит, остальные болты вот сюда вот вкручиваем. Сюда, сюда, сюда. Это болты уже, которые в комплекте шли. Вернее, родные буквы. Ну, вот таким образом, друзья, ставится. Ну, сейчас будем проверять. Дальше крышку закрываем немного, посмотрим, как он будет работать. Вот, зашел я на ноутбуке в BIOS, памяти 6. Все как надо. Так, ну и по буту вот этот диск Kingsschmitz он тоже видит. Ну и отлично. Сейчас будем ставить. Я флешку вставил за грудочную. Вот она торчит. Будем ставить сейчас на него. Так, друзья, ну вот на этот диск ставится винда. Ну все, он реально работает. То есть вообще проблем никаких нет. Там копирование файлов завершено. В общем, вот так. Всем спасибо, всем пока. Ссылка на диск в описании. На диск, на оперативную память, в описании ссылка.